Ну что ж, я не буду тянуть кота за хвост. Я написал стих, называется «Икона». Прошу любить и жаловать, уж лучше любить, а можно и жаловать. Сказать по правде, я не знаю, что есть икона внутри нас и что она обозначает, что есть Христос, который спас. Теперь иконы всего мира дают нам видеть светлый лик того, кто в памяти луч света. И среди нас он словно тень. Ведь каждый, кто страдал от боли, смотрел в икону и просил, чтобы Господь его утешил, от боли сильной оградил. И получая все, что просим, мы забывали, кто нам дал. И об иконе забывали, словно заброшенной в подвал. И лишь когда беда случалась, то шли мы в церковь попросить, чтобы она нас не касалась, связующая боли нить. А веру прятали в кармане, ее как будто бы и нет. Да и в глазах мы потеряли тот Богом данный чистый свет. Нам всем с рождением дается чистый взор, свет, который мы излучаем. Вот почему дети маленькие так притягивают. И потом мы постепенно отходим и теряем этот свет. Я хочу, чтобы никто его не терял. Ну, по крайней мере, было такое большинство, которое могло лишь умножать этот свет. Подпишитесь на мой канал и будьте со мной. И с солнцем. Пока-пока. Счастья вам!